Миссионерская группа Тобольской духовной семинарии во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием посетили Исетский и Упоровский районы Тюменской области. Во время поездки состоялась встреча с учащимися местной общеобразовательной школы и освящение храма. Ребятам владыка Димитрий рассказал о правильном образе жизни, разъяснив, что очень важно беречь свое здоровье и душу. На протяжении всей встречи была возможность задать вопросы архиерею. Спрашивали, как он стал митрополитом, какой образ жизни у священника и многое другое. Также во время поездки архипастырь совершил чин малого освящения храма в честь иконы Божьей Матери Владимирской в селе Нижний Манай Упоровского района. Церкви в этом году исполнилось 150 лет со дня основания. Радостно, что этот храм в этом году празднует свое это место 150-летие, как совершает здесь молитва нашими благочестивыми предками. И мы сподобились в этот день молиться здесь вместе, в храме, в Доме Божьем, и в этой молитве обрести благодать, которую дарует нам Господь, когда мы собираемся на молитву. После богослужения митрополит Димитрий вручил епархиальную медаль святителя Филофея, митрополита Тобольского и архиерейскую грамоту, принявшим активное участие в строительстве храма. А затем всем собравшимся был предложен концерт воскресной школы прихода.